Громче. Всем привет. Сегодня я попала в больницу с моим братиком. Ему сейчас будут капельницу делать. Нам обои такие штучки сделали. Только мне вот такую штучку передавали. Мой брат тоже, у него было воспаление легких. Сейчас наши сестры. Она тоже переболела воспаление легких. Кого? Еще раз, у кого было воспаление легких? У Светы. Это кто такая? Это Лешкина сестра, Алешка. Ну, это такой мальчик. Ну, Валя, конечно, у нас плакал. Ему сейчас. Лешка, кто такой Лешка? Это такой мальчик, ему 10 лет. Кто? Кто он такой? Ну, он на даче. Так твой брат усилий. Ну, это мой брат, Лёшка. Ну, не родной. И Света тоже. А что, у них дача есть? Да. А что они там делают? Ну, там отдыхают. Ну, что на даче делают? Ну, ты тоже им привет передавай, чтобы выздоравливали. Ну, да. Скажи, Света, выздоравливай. Света выздоравливает. Ну, видишь. Ну, вот наша палата. Это наша мы с мамой кровать. А то Валика. Мы сказали руку аккуратно мыть. Ем. И мне делали сюда укол, вот видите дырочку. И тут мне делали так, когда мы пришли, и вот это делали, не понял. Ну хорошо, Василиса. Ну сейчас наш папа уходит, и всем пока. Пока-пока. И Валь, пока-пока. Пока-пока, Валик, пока-пока. Валик. Отвлекается на музыку. Всем пока.